И опять всем привет, с вами опять Рампал. И да, снова видео. И, конечно же, мы ловим рыбу, в данном случае даже две, которые у меня не закрыты. Это тюлька и шимая черноморская. Да, они поклевывают, на донце опять же, не знаю, точку старая, новая. Ну, главное то, что она есть, и огромное спасибо за это Юрке Ветлуге. Подсказал, где он ловит, пытается закрыть для квалификации 500-граммового трофея. И пришел искать шимаю. А мне как раз таки интересно, наоборот, не квалификация, а именно закрытие трофеев. Вот я, скорее всего, пару дней здесь просижу, буду ловить. Далее уже будет видно, что мы будем ловить, как мы будем ловить и зачем. На сборочку клюет у нас тарань, нет, селедка пролетает, бывает красноперка и ночью очень-очень редко чихонь пролетает. Сборочка очень лайтовая для, кстати, как раз таки тех, кто хочет квалификацию закрыть 500 грамм трофея, для тех это в принципе зайдет. Вы подберите себе снасть, идите, может быть вам зайдет шимая трофейная и попутно еще и тюльку закроете. В принципе, я думаю, даже очень неплохо. Глубина 80-90, можно до метра, но мне кажется, на 80-й глубине самая более активно как раз таки тюлька проклевывается, и из-за этого я не менял. Так что вам, как всегда, самого полного садка трофеев, чтобы у вас всегда клевало, всегда было все хорошо. И не забывайте, опять же, про розыгрыш вверху увидите. Всем доброй ночи, всем пока-пока.